Джон Рокфеллер, самый богатый человек в мире, сделал карьеру от простого бухгалтера до богатейшего человека в истории Земли. Его состояние сегодня оценивалось бы более 200 миллиардов долларов. Занимаясь бизнесом, Джон выполнял определенные правила, которые помогали ему сохранять и увеличивать свой капитал. Как звучат эти правила? Первое. Меньше работай на кого-то. Чем больше ты работаешь не на себя, тем хуже живешь. Работа от слова «раб». Второе. Экономь деньги. Ищи, где можно купить продукцию дешевле или оптом. Составляй список покупок заранее и покупай только то, что есть в списке. Третье. Если у тебя мало денег, надо делать бизнес. Если денег нет совсем, надо делать бизнес срочно, прямо сейчас. Четвертое. Путь к огромному богатству лежит только через пассивный доход. Доход, который приходит к тебе независимо от твоих усилий. Создай источник пассивного дохода и живи себе в свое удовольствие. Пятое. Думай о том, как заработать минимум 50 тысяч долларов в месяц. Можно больше, меньше нельзя. Эта цифра была рекомендована Рокфеллером не просто так. Дело в том, что самые богатые люди в нашем мире ежемесячно тратят не более 50 тысяч долларов США. Шестое. Деньги приходят к тебе через других людей. Общайся. Необщительные люди крайне редко становятся богатыми. Седьмое. Бедное окружение практически всегда тянет тебя в бедность. Даже у очень богатых людей всегда найдутся родственники, друзья и прочие просители, которые, если от них профессионально не отбиваться, быстро лишат тебя денег, целей и твоей мечты. Если ты человек пока бедный, то, скорее всего, в твоем окружении просто не любят, не уважают и некоторые даже ненавидят богатых. Всегда надо общаться с победителями и оптимистами. Именно так, с большой буквы. Победителями и оптимистами. Восьмое. Бедность возникает, если уклоняться от ответственности. Не придумывай себе оправдания, почему именно сейчас ты не можешь начать идти к своей цели. Девятое. Изучай биографии и мысли самых богатых людей мира. Десятое. Мечты – это главное в твоей жизни. Важно мечтать и верить, что мечты сбудутся. Человек начинает умирать, когда перестает мечтать. Одиннадцатое. Помогай людям не за деньги, а от чистого сердца, но только тем людям, которым ты сам хочешь помогать. Это не обязательно родственники или знакомые. Отдавай 10% прибыли на благотворительность. Двенадцатое. Создавай бизнес-системы и наслаждайся своими заработанными деньгами.